14 июня к нам обратилась семья Ковальчуков по просьбе купить специальную конструкцию на позвоночник Сашеньки. У нее есть дефект в позвоночнике. Вся эта конструкция 284 тысячи завесила. И благодаря вам мы ее купили. Вчера в праздник Покрови была операция. Доброго дня, отець Андрій, всі підписники каналу «Життя, радості, дяк». Хвалити Господа вчора під покровом Божої матінки про провал нашого Олександру. Операція пройшла успішно. Сашунька вже в палаті. Хочемо ще раз вам подякувати за вашу підтримку, за ваші молитви, за вашу фінансову допомогу. Бо саме завдяки вам ми змогли закупити конструкцію і встановити для Сашеньки на спинку. Надіємося, що вона скоро стане на ніжки і буде жити повноцінним життям. Нехай Господь повертає ваші благодіяння. Спасибо вас, Господи. Мадед, как всегда, лучший, прекрасные хирурги, врачи, которые знают, как это делать. Это уже третий человек, которому мы помогаем лечить искривленный позвоночник. И сейчас эта девочка Саша. Я очень рад, что операция прошла удачно. Я хочу, чтобы все мы помолились за Сашеньку, чтобы хорошо прошла реабилитация. И в конце хочу сказать, что я очень благодарен нашему владыке Агафангелу за его молитву, за его благословение, за его поддержку. Без его вот этой постоянной молитвы, без его поддержки, когда он нам всегда говорит, что добрые слова, и что мы поем, и что мы трудимся, это очень сильно вдохновляет и дает такую энергию, такую живительную силу, которая вот, несмотря ни на что, вот на то время, которое мы живем, помогает творить реально чудеса. И наша команда «Добро» объединяет под руководством нашего продюсера Дмитра. Она вот настолько разрастается, не только купируется в, скажем так, в пределах Одесской епархии, да, как церкви, как митрополии, а на частные переходит. И я очень рад, что у меня есть возможность продолжать такие добрые дела и приносить пользу человечеству, вдохновлять людей. Сегодня я гулял немножко тут в море, я немножко приболел, у меня трахея, думаю, пойду я не петь, все дерет. Пойду прогуляюсь возле моря. И встретил подписчицы и Одесской епархии, и канал «Жизнерадостный дяк». И много чего хорошего услышал. И вот сейчас вот тяжелейшее время. Мы не понимаем, куда мы идем, чем это все закончится. Но вот такие вот маленькие таблеточки просто, маленькие какие-то живительные силы, они вдохновляют и дают возможность жить, не сдаваться, надеяться на Бога и совершать волю Божию, помогая друг другу. Дай Боже, владыке нашему здоровья, команде нашей «Добро» объединяет. Все вам, дорогие братья и сестры, чтобы мы от силы в силу приходили, уповали на Бога, на Божью Матерь и не сдавались перед лицом зла, несправедливости, а делали только добро и вдохновляют тем людей. С вами был жизнерадостный дяк с Тихого прибережья Черного моря. Дай Боже всем сил, здоровья, счастья и радости.